Да, выгодно. Суд города Душанбе вынес приговор в отношении 18 жителей города Рогун и приговорил их к различным срокам лишения свободы, обвинив их в причастности к исламским группам. Суд приговорил их к срокам от 3,5 до 10 лет лишения свободы. Среди осужденных есть врач местной поликлиники и двое местных имам-хатибов города Рогун. Большинство из осужденных суд признал виновными по статье 307 УК Республики Таджикистан «Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Республики Таджикистан». Напомним, что все осужденные были задержаны в начале марта текущего года сотрудниками МВД Таджикистана. Родители и близкие осужденных после задержания заявили, что их дети не состояли ни в одной из исламских групп, и их вина заключалась лишь в том, что они придерживались религиозных канонов в повседневной жизни. Они потребовали немедленно освободить своих родственников, но их требования остались без ответа. Отметим, что сегодня такие массовые задержания и приговоры в Таджикистане стали обычным явлением, особенно в отношении молодежи. Для улучшения показателей в борьбе с так называемым экстремизмом правоохранительные органы подводят под статью любого соблюдающего свою религию человека, попавшего в поле зрения силовых структур.